Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня, у нас новая серия на проекте Родина Ролеплея Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулове. Не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня, пацаны, будет, как всегда, нарезочка с админки. Но с того, что я увидел, я просто охренел. Получается, я следил за игроками в казино, и один из них якобы предложил тактику. Он просто подходил к людям и пердел им в лицо. И говорил то, что вам повезет. Это, пацаны, просто нужно видеть, поэтому посмотрите видео от начала до конца. Также будет еще нарезочка других моментов интересных. Также вы увидите, как я в казике играл, но я там практически ничего не комментировал, там просто нужно видеть и слушать, пацаны, это просто была полная жопа. Я просто охренел, то что, ну реально такое я, пацаны, не видел. Каждым днем я просто в шоке с родины, потому что здесь играют такие различные игроки, от которых можно ожидать все что угодно, поэтому, пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Сука, ты заебал, я или тебя сейчас расстреляю, нахуй. Полена, сука, я первый раз предупредил. Если еще раз, сука, доебешься за эту хуйню, блядь, из-за чего у меня горит, блядь. Сука, разъебу, блядь, на улице. Давайте, 6-6. Опять я тебя, сука, застрелю, вот. Ты меня понял, блядь? Поднять, мне поможет серый. Серый, залетай сейчас. Залетайте. Серый, уже залетай. Ты сливаешь, я играю на них в X3. Ладно, тебе повезло. Все, у меня нет денег. Не буду играть, что-то говно. Давай я тебя перну и будешь, тебя будет фартить. А, ну давай. Все, теперь фартить будешь. О, теперь фартить. Ну, такой на чаёк можно кинуть. Чикал. Перни на меня. Просто держи, братиш, перну на тебя. Да должно помочь, сейчас жди. Сейчас оно впитается в твое тело и будет охуенный эффект. Братиш, это лучше накинь на чай и будет фартить. Мы с тобой ручки пожмем, когда этот, и будет фартить. Видно остатки. Сейчас возобновить сейчас. Заебись, угорать теперь держа, блядь. Что еще можно в казино делать? Еще деньги получать с этого, было вообще охуенно. Я, конечно, не намекаю, дали, но все уже. Кому музыку включить? Кто там не говорил, кто хотел мне миллион там давать, давай. Попытка была одна. А ты не говорила, да? Попытка была одна. В ТикТоке нахуй пострел. Ребятки, накидываем на чай, то говорит Даня Милкин 1,5 миллиона. И потом она говорит, давай еще раз. Кирилл, вы ничего не перепутали? Вы случайно не на работе должны быть? Ребятки, накидываем на чай, приношу удачу. Правда, удачу? Смотри, я торну. А чё, я тебя обожаю. А чё, идём я тебе поцелую на чай там. Целовать не надо, я не педик, но на чай можно. Это по-братски чисто. Ну ладно. Какую удачу приносите? Наоборот, неудачу. А кто мне 3800 тогда накинул? 3,8 миллиона, чувак. За такое. Спасибо за полчаса. Тебе сколько скинул уже? Ой, целых 0,0 нихуя десятых. Ебануться. Все, от души сервер заполнил. Все, у тебя это, чат деньгами заполнен. Итак, ребятки, топ-баннер Даня Милкин. В общем, мы собрали 3 миллиона 883 тысячи. Кто хочет поддержать молодого клиента? Гуччи Прада! Приношу удачу. Чё тут админы забыли? А сколько у тебя денег сейчас, Дань? Да, я хочу вам идти на X3. Какая-то пизделька, ебать, намечается. Я не понял. Оскорбление. Давай, забей его нахуй просто в говно. Леонида. Давайте Леониду выдадим игрушку. Give a gun. А ну, въебей ему нахуй. А ну, на нахуй. На, бля. Поебал ему, на, бля. На, и второму, бля. Давайте я побольше дам даже. 12. Тупо двоих отпиздил, нахуй. Вот это молодец. Это мой пацан просто. Красавчик. Не растерялся просто. Не растерялся. Взял, блядь, писюном как надавал по лицу. О, братан. Я все понимаю, но... ДБшить не нужно. ДБшить, конечно, не нужно. А, он его убил и забрал дубинку. Ебать, красавчик просто. Так, какой там ID был этого чувака? Так, тупой. Никита, да? Сет ХП 149, 100. Джет Хэрри 149. Все, я как бы, ну, это ж я виноват, что его убили. Поэтому я его телепортировал обратно, выдал ему ХП. Ну, дубинку, я думаю, он обратно возьмет. В принципе, в этом ничего такого нету. Так, главное, чтобы он сейчас не начал всех подряд пиздить дубинкой.
Тихо, тихо, угомонись, 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 пожалуйста. Давай, не будем, не будем. Чтоб я тебя не наказал, чтоб ты не сидел до моргания, давай не будем. Ты не дэмил никого. Можно просто его убить, чтобы у него дубинки не было. Мамы нету, мамы нету. Чё, я дебил, чё ли? Маму в свою комнату впускать. Даник, Даник, выходи, выходи! Мусора! Мусора вяжут. Убегай. Ой, а за что я получаю? Тихо, тихо. Давай, 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 Миша, давай, давай, лупаш его, лупаш Мишка его, давай. Минуточку, внимание. Да, да, момент проходит собеседу, не армия. Не хочу говорить, ничего, что мы не можем бесплатно покушать. Стой, 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 иди сюда, Миша, 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 ты где пошел, Миша, иди сюда. Миша, это за то, что, это, короче, вот, тебе за еду эту. Пойдете операцию мне сделаете на мозг.